Привет, я Романин, редактор «Важных историй». Вот мы вышли из здания Следственного комитета буквально минут 10 назад, куда меня привезли на допрос после длительного обыска. Значит, обыск проводился по уголовному делу, которое было возбуждено еще в 2016 году. Дело, значит, связано со статьей о яхте, которую я связывал с Игорем Сеченом, который опубликовал 5 лет назад. Дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, да, хотя вся статья оформлена, основана на фотографиях из Инстаграма, которую публиковала тогдашняя жена Ольга Сечина. Следующий допрос будет в понедельник в 11 часов утра, здесь же в здании Следственного комитета. Но я бы хотел, чтобы еще кое-что добавил мой адвокат Василий Грищак. На данном этапе мои замечания касаются, конечно, мы не можем согласиться с ночным допросом, не было никаких оснований. Для этого нужны какие-то экстраординарные основания для того, чтобы нарушить правила о запрете ночные допросы. Пока, наверное, все. В целом обыск проходил корректно, без нарушений законодательства, что меня приятно, даже удивило в этой части, если не касаться, собственно, существа дела. По этому поводу, наверное, комментарии давать преждевременно. Ну, изъяли все. Изъяли все флешки, все компьютеры, и даже не мои, что, вот, кстати, тоже не понимаю, почему. Изъяли телефоны, которые тоже мне не принадлежат, изъяли документы, в общем. Обычно это так и происходит.